Всем привет! Привет! Мы продолжаем наш обзор диванов Дон Баратон. Мы сейчас находимся на складе, у нас сегодня дождливая погода. Самое время выбрать себе хороший, удобный диван. И один из таких диванов мы вам сейчас покажем. Николай, как ты его называешь? Это Mercedes. Mercedes, да. Mercedes-Benz. Да, это очень мягкий, удобный. Великолепная ткань, гладкая, прочная от всяких там. Ткань очень красивая. Я говорю как девушка, что она вот благородного цвета, очень приятная. И мне кажется, будет хорошо чиститься. Да? Когда нет рядом девушки, я всегда глажу эту ткань. Вот она такая нежная. Да, кстати, очень приятная. И тут есть каких-то два мотора. Да. Сейчас мы покажем. Да, они взлетают в космос. Не знаю. Взлетать не готова к этому пунктировать. Но релакснуть как раз в такую погоду классно. Сейчас я нашел пульт управления. Все, начинаем. Поехали. Ой, какая красота. Раз. Оп. Кстати, задние спиночки вот эти, они тоже регулируются. Но сейчас не очень удобно, но когда вот он в таком в положении закрытия, его можно регулировать. Удобно. Вот. Мягонький, удобенький. Этот. Можно так хочется сразу фильм какой-то посмотреть по такую, да, погоду, плохую ретро. Пульт позвать. Пульт, иди сюда. Эй, оператор, перенеси пульт. Включим прямо такой обзор. Да. Ну что, вниз? Вниз поедем. Да, классно. Так, без шума, да? Я говорю, как Мерседес, все без шума. Как Мерседес, точно. Подробнее вы можете все характеристики и другие модели увидеть на нашем сайте, который указан ниже. Дон Баратон пишется вместе .com. Всем пока. Все там. Пока. Хорошего дня, счастливо.